Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Решила снять видео я, ответ на комментарии, которые мне поставили к видео. Готовлюсь, что там забыла, как называется, встречаю, готовлюсь к приезду мужа из командировки или что-то такое. Ну, естественно, это было такое полушутливое видео, в котором в такой манере мы привыкли вообще общаться с мужем. Вот, и он меня сам попросил написать этот список. Ой, кстати, хочу сказать, это вообще, вот это видео записываю, это вообще не оправдание. Вообще не оправдание. Просто я ценю ваше мнение, понимаю, что у всех все по-разному. Но хочу разъяснить просто, чтобы вы тоже понимали, что у меня ощущение такое, что мой муж самый лучший на всем белом свете. Потому что действительно это он попросил написать список. Что сделать, чтобы я ничего не забыла, чтобы мне помочь сделать мужскую работу. Ну, потом сразу отвечу на вопрос, что вы думаете, что он там ездит на вахту, по 12 часов вкалывает. Он, конечно, работает. Я его очень сильно уважаю за то, что он очень хороший специалист. Он программист. Он занимается проектированием, пуском и наладкой автоматизированной системы управления. Он работает обычный рабочий день. Ну, как обычно, там, по 8 часов в день работает. И выходные у него, суббота, воскресенье. Все нормально у него. Все как просто. Он живет, к сожалению, не дома. И я, конечно, очень по нему скучаю. Ну, вот так вот у нас сложилось. Но у нас очень счастливая семья, несмотря на вот эти расстояния дальние. Надо такого мужа поискать, чтобы вот он заботился обо мне. Такой любящий, заботливый муж, что я так удивилась. Неужели у вас не такие же мужья? Ну, конечно, разные, но вы тогда не гордитесь этим, что у вас не такой заботливый и любящий муж. Не надо этим гордиться, пожалуйста. И вы, если считаете, что настоящий мужчина, это который вот... Не надо. Во-первых, я не приказываю это. Я облегчила ему работу, чтобы он не ходил действительно. Ой, вот здесь непорядок, вот здесь непорядок. Я-то знаю, я вот полтора месяца прошла, я знаю, где что у меня случилось. Естественно, я ему это все покажу, расскажу. И написала это для того, чтобы не забыть про это. Потому что времени очень мало. Ну, а если вы думаете, что вот я там что-то приказываю ему, или он там подкаблучник у меня, ну, вот как-то мы не так понимаем нашу жизнь. Он просто обо мне заботится. И мужчины, которые меня тоже не поддержат, тоже не понимаю. Вот они думают, что мужчина, который там стукнул, я хозяин или что? А мне кажется, мужчина это который великодушный, снисходительный, который делает счастливой свою женщину, свою жену. Вот Вадим меня сделал счастливой. Ну, а вы спросите своих жен, вы сделали их счастливыми? Они счастливы? Ну, возможно, да, но у вас другой уклад, другая семья, у нас такая семья. Неудивительно. Еще хотела сказать, знаете, про что? Ну вот, а вы знаете такое слово простое, очень простое и понятное слово, и так необходимое в жизни, как планирование. Ведь если какой-то цели достигнуть, обязательно нужно планировать. А как без этого-то? У вас нет записной книжки, у вас нет записного блокнота, в котором вы пишете пункты 1, 2, 3, 4. У вас нету на месяц я 3-го нам сена привезут после обеда. Это коза опороситься. Я не могу планировать на это. Коза опороситься. Оказиться. Я не могу поэтому на этот день ничего планировать, никуда ехать, понимаете? Я этот день оставила для того, чтобы побыть с козой целые сутки, там, или двое даже суток, понимаете? Ну а как? Мне это непонятно. Поэтому у нас все хорошо, все замечательно, за исключением того, что мы редко видимся. Но я надеюсь, очень сильно надеюсь, что это временно. Ну, потому что вот сейчас у них на работе, он вообще работает здесь, конечно, в Новосибирске, у них объект очень далеко, тот, которым они занимаются, вот этим проектом. Но если будет в Новосибирске, он будет в Новосибирске также ходить на работу. Это будет просто вообще счастье, просто необыкновенное счастье. Ну вот, что еще сказать? Ну, все разные. Вы так счастливы, мы так счастливы.
Так интересно. Ну, я, понимаете, я даже удалила комментарии, которые нельзя читать. Оскорбления там, в основном от женщин. Понимаете? Я удивилась. Это что, надо... Ну, а как? Ну, вот он приедет и будет... Он сам не захочет этого. Он сам не захочет лежать. Он захочет мне помочь, понимаете? Освободить от меня от какой-то тяжелого труда. Он сам захочет это сделать. Да я про это знаю. Мы же с ним уже, ого, живем сколько. Ну, может быть, не столько, сколько вы 25-30 лет. Ну, 8 лет. Ну, за 8 лет можно очень хорошо узнать друг друга. Я это чувствую все. Ну, и вот и все, что я хотела в ответ сказать. И все-таки, несмотря ни на что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока!